Срочное обращение к свердловчанам выпустил региональный Роспотребнадзор. Специалисты просят жителей не покупать пищевую продукцию в сомнительных магазинах и сообщать о продаже опасного напитка «Мистер Сидр», от которого погибли уже более 30 человек. В торговых точках всех муниципалитетов сейчас проходят рейды. Во вторник нами были незамедлительно организованы контрольно-надзорные мероприятия по выявлению и пресечению продажи данной алкогольной продукции на территории города Первоуральск. Нами было проверено более 10 объектов. В ходе проверок специалисты Роспотребнадзора обращают внимание на изготовителя, а также состав продукции и наименование, указанное на этикетке. Пока смертельно опасный напиток в Первоуральске не выявлен. Сотрудники торговых точек уверяют, что сидр от самарского производителя они не закупали. Отмечу, что в соседней Курганской области обнаружили первый случай отравления этим слабоалкогольным напитком. После его употребления школьница впала в кому. Опасный товар в Зауралье привезли из Самарской области, где и выпускают продукцию под брендом «Мистер». Предположительно, вместо этилового спирта в бутылке попал крайне токсичный метанол. Более 90 человек в нескольких регионах страны сейчас находятся в больницах. В Роспотребнадзоре просят первоуральцев быть бдительными. О случаях продажи мистера Сидра на территории Среднего Урала сообщать по телефонам, которые вы видите на экране.